Приветствую! На обзоре нож от фирмы Тусан. Модель называется ТС-383. Вот такой интересный ножичек получился у них. Рукоять титан. Такой полукруглый, слегка 3D обработка. Вот такие выфрезерованные паз. Такой продольный, интересный плюс. Куча мелких отверстий для облегчения, ну и для дизайна, естественно. Бэкспейсер где-то на треть с большим отверстием для темляка. Противоположная подобная форма. Фреймлок с сухарем. И тоже, хоть и небольшие, но все-таки они добавили эти отверстия. Фрезерованная клипса. Отличной средней жесткости. Клинок строго по центру. В осевом керамические подшипники. Это флиппер. Открывается заплавник. Открытие идеальное. Закрытие тоже. Фрейм заходит где-то почти наполовину. Но чуть меньше. Запаса еще достаточно. Облегчений как таковых много нету. Но все-таки даже если присмотреться, по краям они есть. Вес ножа 126 грамм. Баланс строго на подпальцевой. Хвате, кстати, удобен, хвате очень удобен. Насечки там, где нужно. Все отлично. Любым хватом. Так, на клинке у нас сталь Sandvik 14C28N. Спуски прямые, форма такая классическая клинка. Сатин на спусках и на небольшом фальше по плоскости Stone Wash. Все симметрично и аккуратненько, все идеально. По обуху 3,7. Сведение вообще идеальное, 0,3, это чистый резак. По габаритам, общая длина 216 мм. И длина клинка у нас ровно 90 мм. Вот такой EDC-шник с идеальным качеством, с очень хороших материалов. Рекомендую, качество, как всегда, у Тусанова идеально.